Всем привет! Так, я решил перевести мальков Гуппи 75-литровый аквариум. Решил не переводить их в 2 5-литровых аквариума, а сразу 75-литровый. Так как у меня в нем почти никто не живет, кроме сомиков и самца алого. Сейчас вам я его покажу. Самец плавает, здоровый. Пока не знаю, может с кем-нибудь я его сведу. Вот плавают две самочки молодые. Может с ними. Посмотрим. А в этот 5-литровый аквариум я пустил пока таких вот двух самцов. Они еще молодые, окраса такого нету. Скорее всего, я их кому-нибудь отдам. Итак, сейчас будем запускать мальков. Этим малькам сейчас почти месяц. А та самка, наверное, уже, почти уже на готове. Я вот записываю вот такой вот блокнот. Когда купил самок, когда я их пустил к самцам. Вот, первая самочка родила 21.04. Еще я здесь записываю. Когда какой паук полинял у меня? Какую линьку? Вот недавно полинял Легонс. Вел 4. Скоро я вам его покажу. В размере он не увеличился, но он уже L4. Ну ладно, сейчас будем запускать гупяшек. Кстати, сейчас я вам покажу нематоду, которая мне приходила месяц назад. Сколько ее стало. Так. Вот. Вот и все. Поплыли. Взрослую жизнь. Но потом, со временем, как начнется определяться пол, я их буду рассаживать, самки и самцы. Кого-то буду отдавать опять бесплатно. Или менять на корм. Посмотрим. Видно будет потом. Вот. Самец их даже не видит. Не обращает внимания. И да, вот, чуть не забыл показать вам нематоду, который приходил месяц назад. Вот они живут вот такой вот кашице. Это геркулесовая каша с морковью. Сейчас попробую сфокусировать получше. Вот. Когда они пришли, их даже было не видно. И с каждым днем все их становилось все больше и больше. Вот как вы видите сейчас, их кишит. И на стенках. И такая вот нематода, живой корм для мальков. Иногда я их кормлю сейчас нематодой и сухим кормом. Всем пока. Такие вот у меня новости. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылки будут в описании.